Родители могут спокойно идти на работу, ведь они отдают своих детей в руки квалифицированных специалистов. В это время детишки не теряют времени зря. Они занимаются умственным и физическим развитием. Что ни день, то открытие. По крайней мере, так происходит в детском саду «Теремок». Тема сегодняшнего занятия – кокошник. Элемент русского женского костюма когда-то был неотъемлемой частью гардероба современниц своего времени. Но память и интерес к нему живы до сих пор. Задача была нарисовать кокошник и оформить его согласно своему вкусу. В самостоятельном творчестве ребята использовали различные элементы народных росписей. Символические элементы. Это знаки солнца, земли, знаки воды, знаки дождя. Малыши со знанием дела прокомментировали свое занятие, а у некоторых даже появились планы на свое изделие. Мы свои кокошники. У меня был желтый кокошник, самый красивый. Я нарисовала кокошник, и я хотела подарить своей двоюродной сестре. Она будет очень рада. И она, наверное, даже меня поцелует. Обучение творчеству с ранних лет влияет не столько на развитие артистических способностей у детей, сколько позволяет воспитать хорошего человека.